стыдно за свою. Рекламная служба Русского радио. 5797729, код 499. Я не знаю как. У меня это получается по двум навигаторам. Я еду по кругу. Чертов гаишник перекрыл. Привет, привет всем, привет. Перекрыли дорогу, короче. Я умудрилась, я думаю, сейчас я доеду, думаю. Думаю, сейчас такими окольными путями выехал обратно, короче. Огромный сделала круг. А на севере города, это улица, возле улицы Руставели. Не знаю, они сняли асфальт здесь, там. Жене Марине Кабаевой привет. Короче, вот такая вот хрень. Да. Это я. Так. Привет, всем привет. Короче, не знаю, я умудрилась по двум навигаторам на телефоне, на машине ездить вот так вот. Ездила на север, забирала протеинчик, спортпит свой, Genetic Club. Два пакета на десяточку, да. Может быть, вот. Не знаю, успею, не успею разыграть призы какие-нибудь. Но все-таки сваливаю, если меня дядя Сережа возьмет, конечно. За мое жуткое плохое поведение. Вот так вот. Смотрите, какая зеленая трава красивая. Я поделюсь, если я разыграю какой-нибудь прикольный конкурс. Трансформация Гошана проходит отлично. Его волосы растут, да? Мышцы тоже. Так что так. Ну, короче, здесь пробка жуткая. Не все прутся налево, самое что интересно. Потом доезжают, делают круг опять. Копить машину, думаем, как у тебя. Слушайте, если честно, я очень-очень полюбила свой автомобиль. У меня Opel Mokka. Высокий клинерс, полный привод. Очень мало расход топлива. Вообще супер. Быстрая, шустрая. У меня еще флажочек такой прикольный. Я очень люблю свою машину. Вот, так что я, в принципе, советую. И на далекие расстояния ездила в Суздаль 21 час за рулем. Вообще круто. Очень нравится машина. Высокая. Тут еще можно сиденье делать повыше. Так. Привет Саратову. Так что такие вот дела. Берите дизель. Не знаю, я не советую дизель. Я, в принципе, не знаю, что это. Да. Так что так. Были тут... Когда приедете? А куда мы поедем? Мы собираемся в Азию. Так, в Саратов не знаю. Так, привет. Что хочу сказать? Были тут на бои года мы смотрели с дочей. Спасибо большое. С дочей и с Александром Тихомировым. Боже, какая это была драка. Если честно, мне было жалко обоих ребят, но они красавчики, они молодцы, очень порадовали. Мне казалось, что бой был достаточно эпичным, зрелищным. Мне понравилось. Единственное, что мы прождали очень много времени. То есть там было 15 боев и бой основных крутых качков. Чего, дядя Сережа? В Саратове не поняла. Я не успеваю читать. Слушайте, я вырвалась из мерзкой пробки. Вот. Говорю, бедные люди. Так, что-то у меня нафиг. Навигатор меня разворачивает обратно ехать. Я, наверное, сейчас лагать начну. Так что вот, в принципе, все, кому интересен бой в хорошем качестве, есть в интернете ползы, во всяких разных группах. Дядя Сережа, если что, дома, если кто про него спрашивает, он работает, монтирует ролички. Мой каналчик он запустил, так что пишите ему, что он, фу, какое, так нельзя. Не, на самом деле у него очень много дел, просто он сейчас есть в работе. И на самом деле, вот, точно. У меня в воскресенье должна быть прикольная съемочка акробатическая. В зале акробатики нашла прикольного тренера и снимем прикольный материальчик. И на канале в понедельник, во вторник залью свой новый видос. Да. Кстати, как вам я? Как вам мой голос? Ставьте лайки. Скоро песня начну, да. Вот. Дашка из трансвестита превратилась в красивую женщину. Да, это возможно. Вот так вот, без стероидов. Так что так, подписываемся на мой каналчик Адская Наварская, ставим мне лайки, как говорит крутой блогер, любой блогер, ставьте мне лайки. Ну вот, спортпит как-нибудь, может быть, если успею до конца месяца разыграю, но нужно будет, черт возьми, постараться. Вот, всех обнимаю, всех обожаю. Радуйтесь жизни, улыбайтесь, у меня скоро лето впереди. Всех поцеловала, все, пока-пока. Я на дорогу смотрю.